Да, точно так. Почему пришла такая идея? Почему в Николаеве? Почему на эти работы? Ну, в Николаеве, потому что это мой родной город. Я тут живу всю жизнь, несмотря на то, что родился в Одессе. А идея пришла в голову, потому что достаточно давно путешествую, где-то 10-12 лет. Очень много материала, так сказать, накопилось. И давно хотелось показать людям, которым, может быть, нет энергии, возможности или там сил путешествовать в дальние уголки нашей планеты. Показать хотя бы какую-то небольшую часть всей многогранности природы, народов, населяющих нашу планету. Вот. Может быть, кого-то вдохновить на то, чтобы люди начали путешествовать или путешествовали больше. А как вы путешествуете? Турагентство, я не знаю, или... Ну, в принципе, все начиналось более-менее стандартно. У всех это были какие-то автобусные туры по Европе, это была там Турция, Египет, какие-то пакетные туры. А потом я перешел плавно к самостоятельному такому типу организации, когда я сам делаю всю внешнюю и внутреннюю логистику, когда сам бронирую перелеты, когда сам бронирую гостиницы, продумываю все маршруты. Вот. И, в общем-то, по этой программе еду. Почему именно фото? Почему не видео, которое больше путешествия? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, видео-выставку организовать может быть технически гораздо сложнее. В нашем городе я не знаю, какие места, которые бы смогли бы, в общем, определенный такой технический комплекс предоставить для того, чтобы это все можно было показать, с одной стороны. С другой стороны, приоритет у меня всегда фотография, нежели видео. На видео не всегда хватает времени. То есть нужно обязательно штатив вот раскладывать, то есть нужно более как-то к этому тщательно готовиться. Далеко не всегда на это хватает времени, потому что в каких-то местах ты можешь быть час там или там меньше, ну, какие-то объекты конкретные. Не всегда на это хватает времени. Фотоаппарат всегда под рукой. Он у меня с универсальным объективом, я стараюсь как можно компактнее и, в общем, быстрее этот процесс организовать. Какие возможные путешествия? Есть огромное количество непосещенных стран, есть огромное количество планов. Конечно же, есть страны, в которые мне хотелось бы поехать в первую очередь, которые меня, ну, как бы влекут больше всего из тех, которых я не был. Это Исландия, это Намибия, это Йемен. К сожалению, туда сейчас сложно попасть, потому что там война. Вот, я немножко не успел. Это Непал, Чили. Ну вот, наверное, это самый основной, первостепенный такой список. Вы впечатливаете людей, какие-то красивые места, архитектурные объекты. Вообще, чему отдаете приоритет и почему выбрали именно эти фотографии для того, чтобы представить Николаев? Это самый лучший, самый любимый, самый яркий, самый профессиональный. Наверное, самые любимые, те, которые ближе всего ко мне, плюс, конечно же, в первоначальную выборку попало гораздо больше, вот, из них прошли, так сказать, мой технический контроль внутренний, всего 75 штук, ну, в общем-то, вот, все они представлены здесь, вот, еще... Ну, смотрите, есть, ну, такие достаточно красивые фотографии, есть забавные. Вот, например, я видела, есть фотография дерева, на котором овцы. Да. Расскажите, Козырь. Что это? Козырь. Что это за фото? Да, в Марокко есть такие провинции, в которых, ну, очень пустынная местность, поэтому животные, которые там водятся, ну, в частности, козы, да, то есть у них им недостаточно травы, им негде просто пастись. То есть посреди пустыни пастись фактически негде. Поэтому те редкие деревья, деревья органы, масло, которое используют вот для волос, для масок, вот девушки, женщины должны знать про масло органы, оно очень популярно везде. Вот. А, значит, они залазят на эти деревья, потому что там достаточно такие пологие стволы, и прям вот с веток деревьев они жуют листья, живут, потому что внизу пищи им нет. Написано в пресс-релизе, что вы еще работаете в сфере IT-технологий. Вы путешествуете, это как хобби или вы уже поменяли свою профессию? Нет, путешествие – это хобби. Моя основная профессия – это я IT-менеджер, то есть это мое основное, так сказать, занятие. Вы не думали, вот вы посещаете каждую страну, и в каждой стране есть фотографии. Вы не думали добавлять к нему историю? Получается книга, где
где есть фотоотчет, есть история из этой страны, ваши впечатления? Конечно же, думал и, в принципе, начал оформлять это, точнее, в районе так блога. То есть у меня есть блог свой, mtravellifejournal.com, но я его когда-то начинал вести, потом забросил, я просто писал все посты как бы офлайн, да, то есть я их не выкладывал, потому что на это нужно определенное время, этим нужно заниматься, то есть блог — это такая отдельная работа, вот, то есть нужно каждый день постить что-то новое. Вот. Ну, к сожалению, на это времени нет, то есть и на написание постов уходит тоже достаточно. Это такой трудоемкий процесс, особенно для людей, которые не умеют писать, вот, как я, например. Поэтому я как-то отложил это, наверное, в долгий ящик, но в планах, конечно же, есть все-таки оформить каждое посещенное место с каким-то конкретным рассказом вместе с фотографией.